село. Уф, какой ульт! Домой! Бучум, бучум! Ой, трипл! Вот это трипл был! Всем здорово, народ! Вы на канале Арти. Перед началом просмотра не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Хорошего просмотра! Поиграем через глину, да? Через глину, да, но непонятно, нужно ли мне играть через Transcendence. Хотя, зная Хирона, с его уроном, наверное, все-таки стоит через Transcendence. С критами, не? Короче, пробуем на Хирона глину, я не знаю, но должно быть жестко. Должно быть жестко, с его-то двоечкой. С его-то двоечкой. Но, кстати, новый скин так и не посмотрел. Пять к на победу. Но у нас пик, по-моему, поинтереснее, чем у них, конечно. Самая жопа то, что нужно понимать, как ребята играют. Потому что выиграть можно любым пиком. Хирон, ну да, получается глиномес, а что поделаешь с глиной. А чё, братан, с ХП нормально все? Не, криты без критов, короче, я так понимаю, что не работает игра. А почему? Ой, легла. Замьютил его, замьютил. Вот он, кстати, типичный этот для вас, парни. Барон Суббота Саппорт. Можно попадать? А что с уроном? Мид сдулся? Нормально. Нихт! Третий левел, крипа! Классный ганг, спасибо, блядь! Атак! Как я злюсь, блин! Ужас просто. Слушай, ну если они не убьют, это, блядь, я вообще не понимаю. Там я-то мог убить, будь у меня тройка, я бы всех там добил бы. И они не пошли их убивать. Ну ёптой, там люди просто без хп. Я один на луз поставил, но у нас пик все равно лучше. Ну понятно, что ты бирает баг. Ничем не помог, убирает баг. Ой, блядь. Смотрелся в чат. Вот барона бы сейчас вытолкнуть, да? Вот под крипов, под всю эту шелуху. Этот, блядь, баф выбивает, ничего не сказал мне. Тихо! Не, ну ты может быть согласен, может быть нет, но мне кажется, я испугался, господи, напугали меня. Кто-то опять ник не указал. Спасибо, парни. Спасибо большое за донаты. Поддержку чувствую просто овер огромную, честно, каждый стрим. Я прям поверить не могу. Давай убьем его. Ладно. Домой, блин!
Тут ее забежал. Понимаю, мое почтение. Мое почтение гору, который идет, забирает там без меня крипчика. Мелочь плывет? Да. Так я так специально делаю, типа, я не хочу. Мне неудобно, знаешь, когда люди очень большие донаты кидают, правда неудобно. Я понимаю, что это, мне постоянно говорят, это выбор каждого, какая разница, хотят кидают, пусть кидают. Ну типа... А мне каждый раз, блядь, краснеть. Лучше пусть треки закидывают и по кайфу вообще. Каждый по полтинничку, я кайфую. И мне поддержка, а вам музыка. Потом еще что-нибудь сделаем. Я интегрирую ваши донаты в стрим так, что это будет интересно и типа забавно. Я рулетку сделаю, я почти что уверен. Еще бы кинопоиском кто-нибудь пользовался бы этим промиком бы. Чтобы у меня был еще пассивный доход откуда-нибудь. Было бы вообще шикарно. Почему ты первую максишь? Ну что, основной урон пока что с нее наношу. Двойку пока не хочу максить. Серьезно? Спасибо, Чампыч, спасибо. Я сам, кстати, себе хочу активировать. Надо моей женщине активировать его. Блять, это хорошо. Засмущался, но вообще да. Просто уничтожил. Ну, на шестой минуте минус таверка, как бы я понимаю, конечно, все. У меня баг на ютубе, сейчас у тебя 8142 лайка и 217 дизов. Блять, это баг, не могли 217 дизов поставить. Нет, это конечно баг, блядь. Я надеюсь, когда-нибудь у меня онлайн вырастет до таких, что у нас будет и 1000 лайков, и 2000 лайков, там и все такое. Да, я знаю, что суббота был за меня в прошлый раз. Он в прошлый раз играл на Сильванусе. И он был единственный, кто нормально отыгрывал, чтоб ты понимал. Я могу умереть. Ой-ой-ой-ой, ну это карма прям. Это прям карма. Я не знаю, как они меня не убили. Барон в субботу все правильно сделал. Максимально правильно. Что барон ультом делал? Он втягивал и отводил постоянно ульт, чтобы меня все дальше и дальше подтянуть, больше урона нанести. Так часто делают. Меня очень круто засейвили. Домой. Домой. Нет, не домой, я мисснул. Очень вовремя прилетел, ну прям пипец как вовремя. Но мне не хватает там 80 монет всего. Все, я умер. А может и нет. Янус сейчас убьет его. Охренеть, да, урона у Януса? Он даже через шилд его убил. Просто в нулину. Если у деда онлайн вырастет, с чатом общением меньше, но я надеюсь, что нет. Я очень хочу, типа... Ну, нет, вообще логически, да? Ну, логически, если предположить, то, конечно, я не смогу каждому отвечать прям. Вот, но все равно у меня как бы весь стрим завязан, условно, на общении с чатом. Я не думаю, что много что изменится. Просто не на все сообщения буду прям сразу отвечать. Сделать чат для самых? Не, не буду делать, зачем? Робертон, ты что на вазде делаешь? Раз так, что ли, на вас зашел? Ты прячешься?
Коины фармлю. Зачем? Будем общаться через донаты. Ну не хотелось бы. Ну в смысле нет, донат хотелось бы, общаться через донаты не хотелось бы, типа. Ну да, я думаю то, что если будут какие-то важные вопросы и сообщения, люди по-любому их будут через донат писать. А как по-другому? Все лол. Уф, какой ульт! Домой! Бучевым, бучевым! Ой, трипл! Вот это трипл был! Как же они стали неудобно для себя! Ой-ой-ой, вот это имба ульт, просто жесть! Вообще норм, красава! Это было прям очень жирненько для меня. Для меня это прям было очень жирно. Так, тик, тик, тик. Тут команда Роберт? А я, кстати, не знаю, Берт, по-моему, нет. Вот на вас, по-моему, не подрубается. Я уже, кстати, какой раз прихожу максимально вовремя. Прям максимально вовремя. И ульчу. Может, блин взять? Слушай, ну короче, мне нравится хероном через глин это играть. У него урона прям вообще жесть. Так, все остальное все по идее вкрыты через сюрикены. Очень скорость атаки нужна. Ой-ой-ой, блядь, ну что это? Что это за урон? Офигеть! Вы видели, что это за урон? Его просто, ну, его типа, ну, и он исчез. Жестенько, конечно. Здорово, Снэйква. Ой-ой-ой, нет! Что за фарт? Что за фарт для него? Ай-яй-яй-яй-яй. Да? Ты видела? Ты же все поняла, да? Как вот Янус меня ультой попал, скажи мне. Как раз когда я был в стане. Объясни мне. Ну они сейчас очень, конечно, командно сыграли, очень жестко. На фартах, конечно, но очень жестко. Почти как я трипл ультой сделал. Ну не ультой, а вот этот трипл. Не, на 3 левела больше хем дали. Я думаю, что у меня с уроном? А у меня ничего не с уроном, просто я на 3 левела больше. У него просто шансов нет со мной драться, вообще никаких. У меня фарт, в смысле, да и на скеле его уничтожаю просто. Все, сейчас сюрикены будут, и посмотрим, что с критами будет. И на 5 лов. Да, я не понимаю, как барон выжил. Я же говорю, это просто фар для них был, и все. На миду постоянно дичь происходит. Просто постоянно. Но я не пойду, нет смысла. Я буду фармить. Хотя это же не дота, куда фармить? Они сейчас придут и люлей дадут. Так. Артура бы пойти убить, я на левел больше его. Хотя он там соло уничтожает просто. Да это и так было понятно, что они ко мне идут. Барон 10 левела, господи, да я его убью. Я его по идее должен вообще убить с 3 выстрелов.
Как дела? Как дела? Ой! Я не хочу врываться на ульте, конечно, но ладно. Да. Просто домой. Enemies have returned middle. Attack middle tower. Retreat. Да пожалуйста. Ай, я такой кривой, конечно. Ну ничего, ладно. Просто переиграл, наверное, заигрался называется. Че? Ничего страшного. Ну я жаден, да, сейчас пожадничал так, что прям заигрался жестко. Хоть Аегу выбил, так я из себя ее выбил. Противника почти нечем танковать. Я про это и сказал, то что у них пик плохой. А кто-то написал в чате, что нормальный пик у них. Нет, у них не нормальный пик. У них единственный фронтлайнер — это Артур. А Артур — это не лучший фронтлайнер вообще в целом, в смайте. Он может быть как воин и хорош, но как фронтлайнер, ну не знаю. Вошел враж. Ну типа да, мне хочется прям вот пострелять, прям вот, прям этот. Короче, нормально, чтобы все было. Меня шавуху отобрали, так тебе и надо, видишь, писал про шавуху. Зай, хочешь шавуху? Да. Сходишь? Закажем? А чё, как-то да? Пойдем? Пойдем. Почему нет? Понял, чемп, из-за тебя забайтил меня. Теперь придется шавуху покупать. Ой, блин, зачем я съел? Все, тогда после стрима идем шавуху, да, есть, да? После стрима, говорю, тогда идем шавуху есть, правильно? Можно на Твиче цензуру чата выключить? По-моему, да, по-моему, можно. Только цензуру самого Твича нельзя выключить. Ой, хорошо, Локи. Че по урону? Я перестреливаю его только из-за левела мне. А, так у нас всего два левела разница. Почему его так больно бью тогда? Выложу. Не-не. А хотя, может, и выложу. В инсту, почему бы и нет. Кстати, ни одного крита заметили? Или был хил? 55 хила от гора. Кайф вообще. Слушайте, я могу помочь, но могу и не помогать. Где в Питере нормальная шава? Да, слушай, не знаю, я не ел ненормальную, наверное. Прям, вот прям конченую шаву я не помню, что ты ел. Ого. Не хило, да, так по урону зашло. В одноклассниках, вот в одноклассниках, кстати, можно. В Диссе устроить челлендж, все скидывают фото своей шелухи из любимого места. Ну да. Слушай, он выжил нормально. Ну как бы сам файт ненормальный. Ой-ой-ой, уходи. Привет. Ты новенький подписался? Спасибо. В ICQ. Напишите в ICQ мне, парни. Блин, мы так доминируем. Ну точнее, я так доминирую. Но на самом деле у нас игра вообще в говне. Да я не успел ульт даже заюз Гарджи, но вообще-то не было смысла. У меня шава в любимом месте 3,2 килограмма, это что за шава такая? 3,2, да нет, судя по... Макс сразу говорит, что это его любимая шава, он, наверное, в Солянова ее ест. Я пейдж же был, нихера себе.
3,2 килограмма, охренеть, это ж, ну куда? Разорви ебало, как это называется. Да, я знаю, Ром, я знаю, я поэтому этот звук не буду убирать со стрима. Наша доминация вообще хоть чем-то закончится нормальным? Или мы в итоге до лейта дойдем и просто проиграем? Куда ты летишь, Гуана? Ты думаешь, ты меня в прошлый раз убил, типа это ты меня убил? Нет? Нет, братан. Да какой Fire Giant? Так ты думаешь, у всех есть фотка, чем шавухи? Я-то могу. Я просто думаю, это заранее нужно говорить. Обговаривать, не? Ай. Но у меня нет отхила, я без отхила играю. Я не попал, не... Минус Янус. Нет! И как он выжил? Ой, криты пошли, криты пошли. Господи, мне кажется, я всю нашу команду спас вот сейчас. А, окей. Да, я тоже думаю, что до лейта доиграем. Лол. Че, 20 плюс киллов делаю? Чамп, сделай, пожалуйста, этот голосование. 20 плюс киллов будет или нет? Посмотрим, получится. Атак! Атак, middle lane! А нельзя, да, две ставки? Я не знал. Вся суть Херона фармить киллами? Может быть, конечно. Спорить не буду. Все нормально, я линию отпушил свою, ё-моё. Сразу претензии, видели? Сразу претензии мне кинули. Блин, мне надо срочно закупиться. Будет 20 киллов? Сейчас посмотрим. Retreat. Мы как будто в арену играем. Они там настолько тоненькие. А, спасибо. Спасибо, комбо. Хороший сейв барона. Как говорится, мое почтение барону. Господи, сколько у меня урона, чат. Нормально, нормально. Атак Fire Giant. You cannot hide from the hunt. Урон достаточно, а КД. Не, нормально, нормально. Так пофиг на КД. Глину справа? Почему справа? Нормально, 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 нормально.
Сейчас будет урона просто в разы больше. Я сейчас еще красный заберу. Они дальше пошли. Я что-то даже не подумал, что они дальше пойдут, если честно. И сам скипнул мув. Блин, 5 этих не набью. О, господи, это что за урон по тауркам? Это нормальное состояние, чат? Ой-ой-ой-ой-ой! А что происходит? Кто-нибудь мне скажет с моим уроном? Ой-ой-ой, блядь, а что происходит? Офигеть урона. Блин, полтинник не наделать. Полтинник, ой, полтинник, говорю, 20 киллов не сделать. Смотри, смотри на урон, чат, смотри, смотри на урон. Не стильте. Еще один. Блин, ну одного еще не будет, чат. Ну да, каточка под YouTube, конечно. Ладно, ладно, ладно. Это жесть какая-то. Это какая-то жесть, 19-4. Ой-ой, какой билд мощный-то получился, жесть. 448 фи-сил, я даже не посмотрел. 249 урона с руки по титану. Да он вообще просто, ну смотри на урон. А, ну 31 тысяч, слушай. Но, блин. Учитывая, что здесь по 10 тысяч, по 13, здесь по 13. Офигеть просто. Ну жесткий, не, билд вообще прям, я думаю, рабочий. Возможно, дробилку, да нет, тут все соединено так, что прям вот жестко.